Интернет-магазин Велопарк.ua приветствует вас. Сегодня в нашем видеообзоре задний свет от компании OnRide. Поставляется в такой вот небольшой упаковке. Вот так он выглядит. Данная кнопка очень мягкая, легко нажимается, никогда не возникнет проблем. Посредине мы видим резиновую проставку. Это дополнительная влагозащита. Сзади удобное крепление, универсальное. Итак, посмотрим еще на хомут. Хомут у нас пластиковый. Способ крепления, ну, в принципе, довольно-таки простой, но давайте я вам покажу. Вот это, грубо говоря, фиксатор. То есть вы одеваете на подсидел, фиксируете его размер 21,5-31,8 мм. Вот, зафиксировали таким вот образом. Вставляем внутрь, прокручиваем. И все, теперь ни туда, ни сюда, никуда не уйдет и не сбежит от вас. Ну, крепление, собственно, все понятно. Крепится таким образом. Вот, вот вы едете вверх-вниз, ну, либо наоборот. Снимается довольно-таки легко. Поставляется с батарейками типа 3A, это мизинчиковые батарейки. Вот. Для того, чтобы открыть и вставить туда батарейки, вам понадобится любая монета. В данном случае я возьму 5-копеечную монету, простите. Итак, вставляем, проворачиваем, и уже открыто. Нет, не до конца. Стараюсь это аккуратно делать. Так, открыли. Вот, собственно, резиновая проставка. Мягенькая. В сторонку убираем и берем батарейки, которые я заранее подготовил. Давайте им правильно вставим. Раз, два. Есть. Итак, проверяем режимы работы. Первый. Мигающий. Второй тоже. Сразу два. И постоянный свет. Итак, по мощности. Здесь два светодиода по 0,5 ватта. Мощность светового потока 17 люмен. Вот такая вот вещь от компании OnRide. Очень рекомендую, за такую сумму просто отличный фонарь. Все, кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, будем делать больше видео.